Мы почти заполнили машину деньгами, пора уходить. Почти это еще не все, Даггер. Идем в следующее казино. Это закрытая вечеринка или мы можем присоединиться? Маска! Ванесса, задержи их, а мы позаботимся о деньгах. Хлыст, на старт. Лазер спектру, огонь. Почему машины Мейхема работают нормально? У них есть антиреверсные приборы. Ванесса вернулась. Аура, на старт! Я сейчас перевернусь. Это бесполезно. Надо собрать команду. Спектрум, настроиться на частоту. Наладить спутниковую связь с главным компьютером. Подобрать персонал для выполнения задания. Задание принято. Начинаю отбор. Брюс Сату, инженер-механик. Кодовое имя Рино. Включен в команду как опытный инженер. Дасти Хейс, водные средства передвижения. Кодовое имя Гейтор. Электронная пушка может оказаться полезным оружием. Осталось ждать. Пока они не прибудут, придется самим разбираться с Мейхемом. Скотт, проснись и пой. Перестань шуметь. Еще слишком рано. Ты же на лодке, а на лодках все просыпаются рано. У меня еще и каникулы. А на каникулах все просыпаются поздно. Смотри, как светит солнце, и вода такая красивая. Птички летают туда-сюда, мне даже петь хочется. Ля-ля-ля! Ух ты! Что это? Птеродактиль, Скотт? Это Мейхем. Что им здесь нужно? Дасти, Брюс! Внимание! Компьютер показал мне маршрут, по которому идет Мейхем. Они направляются на юг, к озеру. Брюс и Глория, заводите машины. Есть идея, как остановить грузовик с деньгами и положить конец этим чудесам. Я хочу вернуться. Ты опять только не это, Тибоб. Нет. Посмотри на воду. Опять эффект обратного времени. Они взялись за старое. Да, похоже на то. Там Скотт и Тибоб. Брюс, включи свой лифтер. Помогите. Лифтер, на старт. Как я рад вас видеть, ребята. Папа, я был на озере, как ты велел. Молодец. Это они. Так, это первый из списка. Отключите эту машину. Мэтт, я думаю, ее может остановить только электронная пушка Гейтора. Брюс, ты сам вызвался. Дасти, мы должны остановить Мейхема. Как раз вовремя. Я что-то засиделся на одном месте. Мой компьютер перехватил сигнал. Иди по моим координатам. Я понял, Мэтт.
Буду на месте через пару минут. Пойду самым коротким путем. Мы опаздываем, Дасти. Тебе будет легче остановить машину с деньгами, если я отвлеку их. Оставь это мне. Это будет им недешево стоить. Если бы кто-то проводил гонки в обратную сторону, я пришла бы первой. Мейхем, у меня на хвосте парни, которые решили испортить твой план. Маска! Этого не может быть! Что нам делать? Действуйте по плану! Я справлюсь с ними! Мы приготовили им сюрприз. Мы должны остановить эту машину, иначе дамба взорвется. О нет, они вернулись. Не бойтесь, мы хорошие ребята. Пожалуйста, отойдите от двери. Аура, на старт! Все готово, Брюс. Лифтер, на старт! Отлично! Вот это здорово! Дасти, как дела? У меня тут жарко. Я почти на скоростном шоссе. Держись, Мэтт! Маска! Мейхем, все деньги у них. Что? Мейхем, осторожно! Ладно, оставь их! Денег все равно нет. Уходим! Забавно. Я готов был поклясться, что за мной кто-то гонится. Отличная работа, Мэтт! Вы только посмотрите. А еще говорят, что деньги не растут на деревьях. Ты молодец, Скотт. Лосьон для загара нужно... Мне очень нравятся эти спецэффекты. Да, здорово. Я тоже буду рок-музыкантом, когда вырасту, конечно. И купишь себе новые барабаны. О, вы только посмотрите. Ух ты. Как они это делают? Я не знаю. Наверное, музыка полезна для растений. Брэд, это было потрясающе. Спасибо, Скотт. Я рад, что вы пришли на концерт. А как это растение выросло на сцене? Такой гигантский куст прямо в зале. Мы этого не планировали. Значит, кто-то из твоей команды постарался? Помогите! Ти-Боб! Давайте выбираться отсюда, пока мы не оказались в ловушке. Отличная идея. Идем, Ти-Боб. Привет, Скотт. Утро уже наступило? О, нет. Опять твоя логическая цепь барахлит. Скотт, скорее! Движение парализовано, Мэтт. Давай, пап, поехали! Придется объехать пробку. Вы только посмотрите, это растение было у нас на сцене. А там еще одно. И еще... Томаты поспели так рано в этом году. О, мне придется тебя чинить. Это очень странно, Мэтт. Ты будешь собирать маску?
А ты как думаешь, наладить спутниковую связь? Мэтт Трекер вызывает главный компьютер. Подобрать персонал для выполнения заданий в Лос-Анджелесе. Брэд Тернер уже на месте. Отбор персонала завершен. Брюс Сато, инженер-механик. Кодовое имя Рино. Алекс Сектор, специалист по средствам связи и компьютерам. Зоолог, второй пилот Рино. Подбор персонала завершен. Лианы растут невероятно быстро. Каждый из них покрывает площадь в несколько квадратных метров. Лос-Анджелес скоро превратится в заповедник для обезьян. Тогда Брэд будет чувствовать себя как дома. Они собираются остановить распространение этих лиан? Это растение трудно уничтожить. Они пробовали спилить их, поджечь. Применяли ядохимикаты, ничего не помогает. Мы должны добраться до корней этого явления. И быстро. Путешествие не начнется, пока не сделан первый шаг. Верно. Мы выезжаем немедленно. Мы не знаем, откуда взялись эти лианы и почему они так быстро растут. Будем работать круглые сутки, пока не выясним это. А я буду управлять Тендерхоком. Вы останетесь на земле, в отеле. Папа, можно мне хоть раз пойти на задание? Я буду помогать вам. Тебе лучше наблюдать за этим из окна и слушать радио Тибоба. Да, мое радио, радио. Ну да, Тибоба сначала нужно отремонтировать. Я отлично работаю, Скотт. Мы отлично проведем время. Это бесполезно. Они размножаются слишком быстро. Брэд, примени свою антиматерию при случае. При случае. Ничего не выходит, Мэтт. Я могу убрать одну лиану, но на ее месте быстро вырастает другая. Театр не сможет работать сегодня, и кино тоже не будет. Мэтт, мне удалось установить вид этого растения. Это гибрид двух очень редких разновидностей, которые растут только в Бразилии. Кто-то намеренно завез их сюда. Два месяца назад агентов Мейхема видели в Бразилии. Они пытаются открыть здесь свой филиал? Ты готова, Ванесса? У меня достаточно семян, чтобы превратить в джунгли Лос-Анджелес. Наш генератор полностью загружен. Продолжим. Я не понимаю, когда мы увидим какие-то деньги за эту работу. Я должен убедиться, что наши семена хорошо прижились по всей Калифорнии. Выполняйте! Внук Тарзана, сцены 5, дубль 3. Это будет интересно. А? Этого нет в сценарии. Что происходит? Нет, выключить камеру. Я не говорил, что эти растения должны шевелиться. Кто это сказал? Ну вот, теперь у тебя новая логическая цепь. Попробуй свое радио. У меня на радаре наш старый друг. Их самолет летит над Гриффит-парком. Есть! Гриффит-парк! Это совсем недалеко отсюда. Давай посмотрим. О, нет! Ты же знаешь, что сказал твой папа. Он велел нам оставаться на земле. Мы никуда и не полетим. Идем. Обсерватория Гриффит-парка. Эту территорию я еще не обработала. Можете называть меня Джоанна Сеятель. Ненавижу москитов. Так, Ванесса. Можно пригласить вас на танец? А ты лучше, чем я думал. Этот парень преследует меня по пятам. Нужно оторваться от него.
Нет, туда мне не пройти. Вот это обсерватория. Я вижу Мейхема. Он распыляет какие-то семена. Я постараюсь добыть образец с помощью своего спектрума. Что? Это маска! Ракс, где ты? У меня маска на хвосте! Я вижу! Мне кажется, что Ракс хочет избавиться от меня. Я не вижу, где он. Придется нырнуть ненадолго. Это он? Я его достану, мне кажется. Эй, отстань от меня! Отпусти! Интересно, где сейчас папа и Брэд? А? Это самолет Мейхема. О-о. Ты сказал «ого». Почему ты сказал «ого»? О-о-о! Тибоб, беги! Я и так бегу, помогите! Скотт, мне тяжело держать тебя. Сейчас мы упадем. Тибоб, мне нужно твое радио. Найди папу. Скотт, чтобы включить радио, мне нужны руки, а мои руки заняты. Брэд, в этих лианах запутались люди. Мы должны помочь им. Оставь пока Мейхема в покое. Я понял, Мэтт. Не дергайся. Я не дергаюсь. Это растение Мейхема виновато. Папа, папа, помоги! Скотт! Брэд, я переключаю Тендерхок на автопилот. Спектрум на старт. На помощь! Спасибо, папа. Я же просил вас обоих оставаться на земле. Мы так и сделали, честное слово. Мы просто захотели повисеть немного. Они попались в свои же лианы, так им и надо. Что это? Тот, кто танцует на зыбучих песках, должен быть уверен в своих ногах. На сей раз я дам тебе более четкие инструкции. Можете заниматься чем угодно, но только в отеле. Это понятно? Да, сэр. Не волнуйся, я больше не хочу висеть на этих лианах. Можешь положиться на меня. Я услышал ваш сигнал, ребята. Где Рино? Ну, ребята, как вы пристроились? Не говори, что мы смотрим на всех свысока. Ладно, но ведь вы в самом деле на дереве. Ладно, Брэд, ты лучше помоги нам. Конечно, я не допущу, чтобы вы так зависли. Лифтер, на старт! Ха-ха-ха!
Во всем этом есть и кое-что хорошее. Ракс тоже застрял. Он тоже висит где-то неподалеку. Его здесь нет. Что? Эй, эти лианы высохли. Наверное, они увяли от одного взгляда Ракса. Или Мейхем знает, как уничтожить лианы. Я должен разобраться в этом. Ты использовал антидот? Ты понимаешь, что если наш секрет раскроют, то вся эта затея может провалиться? Если бы меня поймали, я бы оказался в тюрьме. Эти лианы поймали меня, им все равно, кто перед ними. И я их уничтожил. Ладно, нам нужно действовать быстро. Мы должны засадить большую территорию, прежде чем выдвинуть требования. Этого достаточно, Мэтт. Я собрал достаточно образцов семян Мейхема. Лианы активно поглощают ультрафиолетовые лучи. Вот почему они активно растут. Нам не удастся быстро справиться с ними. Но мы должны остановить Мейхема. Если нам придется провести здесь целый день, нужно придумать какое-то занятие. Алло? Скажите, я могу заказать в номер самое большое мороженое? Да, я хочу самое большое. Их нигде не видно. Мейхем хочет убедиться, что его лианы могут парализовать жизнь в любом городе. И, возможно, ему это удастся. Вещество, которое применил Ракс, не оставило следов. Мне нужна неделя, чтобы выяснить, что это было. Мейхем не даст нам столько времени. Это здорово. Лично мне только холодно от него. Я не ем мороженое. Так какое мне удовольствие смотреть, как ты его уплетаешь. Тибоб, успокойся. Стой, Тибоб. Тибоб. С тобой все в порядке? О, привет, Скотт. Утро уже наступило. О, нет. Опять. Смотри. Лиана погибает. Постой. Я догадался, от чего она погибла. Она погибла? Ну, конечно. Она погибла от мороженого. Точнее, она погибла от холода. Мы должны сообщить об этом папе. Не называй меня папой. Мороженое испортило твое радио. Иди сюда, давай я починю тебя. О, как глупо. Я и так чувствую себя неплохо. Это новые лианы. Мейхем должен быть где-то рядом. Ты прав, Мэтт. Посмотри вперед. Мы должны в первую очередь уничтожить этот генератор. Ракс тоже хочет заняться делом. Я не могу оставить его одного. Это маска! Ванесса, прикрой меня, но не прекращай разбрасывать семена! Черная краска. Я ничего не вижу. Мы бы рады помочь тебе, Мэтт. Но улитка и то движется быстрее нас. Я думаю, Раксу пора отдохнуть. Хокус-покус на старт! А? Это еще откуда? Нужна помощь. Ванесса, будь внимательна! Нет!
Какая глупость! Постой на месте еще секунду, Мейхем. Технических приборов с водой может случиться короткое замыкание, и тебя ударит током. О, привет, Скотт. Утро уже наступило. Продюсеры Жан Шалапин. Это Диана Дрю Босфорд, Мицуя Фуджимото.